Галине Петуховой в этом году исполняется 79 лет. Несмотря на преклонный возраст, сегодня вновь пришла на Площадь Победы. Говорит, по-другому не могла. 11 апреля – особый день в ее судьбе. 2 года женщина провела в литовском концлагере в городе Алитус. Страшное дело в концлагере. Голод, холод, побои немцев. Особенно женщины были надзиратели. Это настолько жестокие люди. А как кормили? Это баланда, это хлеб. Прямо с глиной хлеб. Это что-то не лезло в горло все это. По официальным данным, через фашистские концлагеря в детстве прошли 663 жителя Алтайского края. Они выжили, но многие стали инвалидами. Только за последние 5 лет на Алтае умерли 260 бывших узников фашистских концлагерей. К сожалению, а может быть, к счастью для нынешнего поколения, 11 апреля всего лишь день в календаре. Зачем ты сегодня пришел сюда? Я пришел, потому что мне нравится это. Мне нравится стоять на посту. Скажи, пожалуйста, что сегодня за день? Ну, я точно не знаю. Нас сюда вытащили из клуба, и сегодня мы поинтересуемся, что хотя бы сегодня за день такой важный, что мы здесь все стоим. Скажите, ну, может быть, вы знаете, что сегодня за день? Извините, но я не знаю, какой сегодня день. Анна Лучинина тоже хотела бы забыть этот день, да не может. Что такое концлагерь, узнала в 1,5 года. Об этом она плохо помнит, но зато не может забыть свое сиротское детство. Ее мать умерла от туберкулеза после освобождения из концлагеря. Отец погиб в начале войны. Дороже жизни ничего ведь нет на свете, правильно? Я думаю, что это Бог возмещает за все муки, за все страдания. Ну, я думаю, что мы будем жить, встречать рассветы, верить и любить. И только не забыть бы это. Только не забыть. Ольга Калачева, Николай Шилко. Наши новости.